Пятница, развратница, 25 февраля. Сегодня о том, как я перешел с соевой муки на сироп с молоком для весеннего подкорма, о том, что пора сжимать гнезда, и о субботнем онлайн-вебинаре Listen. Кормить соевой мукой красочно. Сейчас на экране мое видео, которое я снял 3 года назад, и там у меня 3000 просмотров. Но остатки соя на рамах портят мед. Сироп с молоком оказался удачен для меня. Только когда я разместил его в целлофановом пакете на рамах. Корм получился тепленький, не киснет долго, получилось хорошо. Белковый корм важен весной. Кстати, пчеловод, весна во дворе. Я взял гнезда, то есть убрал из гнезд необсиженные пустые рамы и отнес их на склад. И тебе тоже советую так поступить. Потом я перекрыл все четыре донья. Пчелы нуждаются в тепле весной особенно сильно. С тебя лайк, дизлайк, а с меня в описании к видео ссылка на онлайн-вебинар Listen, который пройдет в субботу. Удачного просмотра. Пятница, развратница, 25 февраля. Сегодня о том, как я перешел с соевой муки на